Грипп и острые респираторные вирусные инфекции – самые массовые болезни, от которых никто не застрахован на 100%. Снизить риск заболевания может вакцинация, уверены медики. В целях усиления мероприятий в эпидемическом сезоне 2015-2016 годов организована профилактическая вакцинация населения против гриппа в рамках национального календаря профилактических прививок. Привиться от гриппа необходимо до начала всплеска заболеваемости. В Московской области, в частности в Ленинском районе, вакцинация началась еще в августе. В этом году в район поставили более 20 тысяч доз вакцины. Вакцинацию против гриппа в первую очередь подлежат категории граждан, относящихся к категории высокого риска заражения. Это дети в возрасте от 6 месяцев до 7 лет. Это дети организованные и неорганизованные. Это школьники с 1 по 11 класс. Это студенты, учащиеся, лица, подлежащие призыву на военную службу. Это беременные женщины, лица, страдающие хроническими заболеваниями, лица в возрасте старше 60 лет. Это, безусловно, медицинские работники, работники транспорта, предприятий пищевой промышленности. Но сегодня многие отказываются от прививки, не доверяя этому способу профилактики. Люди мотивируют это тем, что вред от вакцины преобладает над пользой, что побочные эффекты выражаются после вакцинации, появляются. Вакцина Грипол, она на сегодняшний день самая современная, субъединичная. В технологии используются максимальные методы очистки антигенов от токсических примесей. И поэтому могу с уверенностью сказать, что вакцина безвредная, никаких побочных эффектов она не вызывает. Врач-эпидемиолог Ольга Ненастина твердо убеждена, прививка – это способ обезопасить себя, если не от болезни, то от осложнений, которыми и страшен грипп. А потому она сама ежегодно делает прививку во взрослой поликлинике. Иммунитет вырабатывается после вакцинации через 2 недели и сохраняется на протяжении всего периода эпидемического сезона, то есть от 6 до 9 месяцев. Чтобы сделать прививку, нужно одобрение терапевта или, если это ребенок, педиатра. В прививочном кабинете у вас спросят лишь карту и запишут в свой журнал. На сегодняшний день порядка 2000 видновчан уже сделали прививки. Татьяна Брылова, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.